Всем привет, с вами Нюкем, и мы заканчиваем выживать в России. Да, друзья, и вы не ошиблись, я наконец-таки отмылся. Теперь я старый добрый Нюкем, а не какой-то там полковник Найджел из Уганды. Вот, и нам нужно с вами последний раз взглянуть на вот эту нашу хату, ЭХБ, элитную хату бомжей, и попрощаться с ней, потому что все, мы отсюда сваливаем, надеюсь, надолго. Может быть, не навсегда. Скрипя сердцем, я должен сказать вам, что вот эту волшебную тумбочку или плавильню для переплавки банок в пуле нам придется здесь оставить, потому что ну никак я не смогу ее утащить. Также я оставляю здесь все вот эти пистолеты, пукалки и лобзик, который нафиг мне не нужен, потому что у меня есть мой верный друг самопал. Да, и также вы уже успели заметить, сколько барахла я с собой беру. Ну просто потому что мало ли что. На всякий случай с собой утащу целый склад. Тем более, что большинство из этих вещей это подарки от моего друга Миши, который меня спас и выручил вот этим восхитительным фонариком, который даст нам залезть в тот самый бункер. Да, друзья, вы не ошиблись, мы идем именно туда. У меня план, что с помощью этого бункера я смогу незаметно смыться из нашего доброго города. Ну все. Так, посидеть бы на дорожку, да негде. Не на кровати же сидеть. Все, ну пока, ЭХБ, я отправляюсь в путь. Да, также вам хочу заметить, что мне придется быть максимально осторожным. Все потому, что хоть милиционеры, полицейские и уже маленько подутратили свою былую зоркость, они уже подутратили также и бдительность, так как им дали приказ, что завтра они берут кое-кого, ну вы знаете кого, в доме Эдварда Билла. Да, ну кто смотрел предыдущие серии, тот уже знает, что к чему. Но тем не менее, полковник, который меня отмажет, так сказать, он со мной придумал такой план, что, мол, я за один день, за сутки должен собраться, и ночью, вот этой ночью, я должен исчезнуть из города. Да, и никто не должен меня видеть, поэтому вот так вот аккуратно мы пробираемся сквозь этот пустырь к тому самому бункеру. Хорошо хоть не натыкаемся на полицейских, иначе всему моему плану может наступить крышка. Так, ну мы уже близко, не включая фонарик. Надеюсь, вам все видно. Да, наконец-таки мы добрались. Итак, вот он. Вы так долго этого ждали. Я тоже этого долго ждал. И наконец-таки мы готовы туда спуститься. Аккуратно так, по лианам. Оп. Так, сундук. Ну-ка, глянем. Пусто. Ну и ладно, фиг с ним. Все, давайте залазим и открываем дверь. Не понял. Закрыто. Так, а как мне ее открыть-то? Окей, Нюкем, неужели ты думал, что в какой-то военный бункер ты можешь залезть просто так? Ты уже, наверное, привык, что такие двери просто так, а как нефиг открываются рукой, но что-то пошло не так. Так, давайте думать, как нам туда залезть. Так, нужно осмотреться. Так, внимательно все осматриваем. Ха! Но это было несложно. Так, дергаем за рычаг. Ну-ка. Не понял. Эй! Это должно было сработать! Впустите меня! Сейчас бы шмальнуть по этому замку, а вдруг бы снес его. Но никак я не могу привлекать к себе лишнее внимание, потому что это равносильно самопосадке в тюрьму на пожизненно. Опа! Хоть бы повезло. Да! Офигенно! Одну из таких замечательных дверей нам удалось вскрыть. Все, забираемся сюда и... Так, походу, обратного пути уже не будет. Но его и так уже нету. Ладно. Так, фонарик, надеюсь, ты работаешь. Да, отлично, он работает. Погнали. Хопа! Блин, больно, ну ладно. Так. Где я оказался? Какие-то знакомые вонючие старые советские коридоры. Так.
Ну тут какой-то завал. Кстати, какой-то материал. Я такого раньше не видел. Интересно, похоже на какую-то бетонную арматуру. Типа, знаете, железобетон такой. На стройках старых... В старых стройках попадался. Так, ну давайте аккуратно. Блин, страшно-то как. Я не знаю, почему тут все такое разваленное. Но, видимо, потому что все такое очень старое. Так, так, так. Что там вдалеке-то, блин? Фонарик такой еще какой-то забагованный. Ой, ёшкин кот. Так, это, видимо, какой-то предыдущий посетитель. Не особо удачный, надо заметить. Ладно, ладно. Так. Какой-то вестибюль, что ли? Буква М. Ну, тут все ясно. Смотрите, какая красивая буква. Блин, ну, походу, это какое-то метро, действительно. Старое советское правительственное, видимо, метро. Почему секретное? Ну, наверное, потому что у нормального метро там хороший такой спуск. Хороший такой холл, зал освещенный, а не какое-то, блин, не какое-то отверстие, похожее на... ладно, в общем, туда бы я в здравом уме не полез, но делать нечего, пришлось. Ладно, где дальше-то выход какой-нибудь? Так, вот какая-то туча, ладно, куча. Ага, и тут дверь. Так, ну, туда мне никак не пролезть. Да даже если пролезу, походу они не откроются. Ладно, и как же нам быть? Что у нас с собой есть? Сжечь это все бензином? Я боюсь, я тут сам сгорю. Может быть, ракетницы пальнуть? Или динамитом? Нет, нафиг, еще обвалится. В попу такие планы. Так, ну вот эта куча меня смущает. Что-то там такое есть. Давайте туда сползаем. Вот так, аккуратно, аккуратно. Опа! Что же это такое? Ну-ка. Так, какие-то фантики непонятные. Я ими место занимать не буду в своем инвентаре. А вот это мне пригодится. Замечательно. Вот здесь мы с вами вылезем. Так, и попробуем вот это все дело расчистить. Я, конечно, не дворник. Блин. Так, ну может скамейку поджечь. Пока она горит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, вот дебил. Ай, придурок. Детям спички не игрушка. Короче, пока горит этот огонь, давайте расчищаем завал снежный. Так. Вторая попытка. Все. Так. Пока светло, надо проделать себе проход. Так, что это такое? Ага, нажимная плита. Фонарик в руки и... Отлично! Меня пустило сюда и... Опять что-то новое. Это что, эскалатор, что ли? Только он какой-то нерабочий совершенно. Потому что я сам вынужден спускаться. Блин, как глубоко-то. Жесть, так все моргает. Капец, страшно. Так. Что-то не светит нифига здесь. Ну ладно, давайте попробуем зайти. Опа. Так. Тихо, тихо, тихо. Какие-то звуки. Опа. Мне этот символ совсем не нравится. Вот абсолютно. Зараза, в какую дверь зайти, а? Так, ну... В дверь, над которой горит какой-то красный факел, мне заходить совершенно не хочется. Поэтому давайте вот сюда пока что зайдем. Так. Ёшкин кот. Что тут было? Что тут случилось? Не хочется, абсолютно не хочется оказаться на их месте, поэтому давайте пойдемте отсюда. Так, стоп. А, это одна и та же комната. Ладно. Ну что ж, пойдемте дальше. Ух. Если что, у меня с собой пушка, ну блин, видите, я либо свечу, либо стреляю. А в темноте, ох, как неприкольно стрелять.
Надеюсь, не придется. Так, какие-то советские плакаты. Знаки непонятные. Так, и закрытые двери. Снова, и никаких ножевых пластин. И рычагов нету. Но мне явно куда-то туда, видите, там что-то такое уходит вдаль. Блин, как интересно, что же там такое, ну как туда попасть? Вот какая-то лестница. Так, тут ничего нету. Полезли. Залезай ты. Не хочет. Все, залез. И... пусто. Пусто. Что-то какой-то не фарт. Еще фонарик сбоит. Ладно. Так, а что тут у нас? Ага. Терминал. Ставьте карту. Так, ну... карту у меня нету. Я... откуда мне ее взять-то? И как я ее туда вставлю? Сквозь решетку у меня рука не пролезет. Что делать-то? Что делать? Опа! Отлично. Спасибо тебе, Миха, что дал мне такую замечательную штуку, как веревочная лестница. Так, мы снежки выкинем. Нафиг они нам не нужны. Нам сейчас важно фонариком себе посветить и лестницу проложить. Так, так, так. Все, закинули лестницу. Залезаем. Опа. Ничего себе. А это что за кафешка такая? Так, я бы себе, конечно, заказал бы выпить, только у кого? Эй, бармен. Ой, ё. Что тут происходило? Тут какие-то любители садомаза, что ли, нашли свой последний приют? А, вот, смотрите, замаскированный сейф. Ну-ка. Замечательно, карточка. То, что нужно. Но, проблема остается. Как же мне просунуть ее туда? Зараза, что же за загадки такие? Я сюда не ребусы какие-то решать пришел. Я хочу выбраться из своего города. Ой, вот, смотрите, сундук еще какой-то. Пусто. Так, а тут что? А там, походу, ничего. Это какая-то отхожая яма, походу, была. Туда писали и какали, и еще что похуже делали, видимо. Так, ладно. Думай, Нюким, думай, как тебе открыть дверь? Как засунуть карточку в терминал? Смотрите, карточка эта магнитная. Так, я могу как-нибудь, не знаю, подсветить себе, что ли, маленько вот спичками? Чиркну. Опа. Отлично, у них тут сигналки нету, замечательно. Вот. А может быть, я смогу ее как-нибудь туда бросить, и она вот так вот мимо пролетая пикнет как-нибудь и откроет мне дверь? Ну, давайте, делать ничего не остается. Не подыхать же здесь. Так, спички. Не подводите меня. Все, кидаем карточку. Так, не получилось. Опа! Отлично! Четко мимо считывателя. Пролетела моя карточка и... так, фонарик. Фонарик, фонарик. Все. Хорошо, тут есть кнопки. Во всяком случае, смогу вылезти обратно. Не знаю только зачем. Ёперный театр. Помните, да? Мы что-то похожее уже видели. Так, куда пойти? Давайте туда. Далеко. А, нет. Все, вижу какую-то дверь. Побежали. Давайте пробежимся маленько. Так. Ну, ее никак не открыть. Опять тупик. Ладно, давайте покушаем маленько. Так, я вообще не могу в темноте оставаться. Вот вообще никак. Очень мне тут напряженно. Вот еще такой дождик заточим. Все. Снова готовы к приключениям. Вперед. Вперед из песней. Только песен я как-то мало знаю. Но зато вперед идти умею. Вот, если честно, вот в этот большой туннель мне пока что идти не хочется. Максимально не хочется, потому что... я помните, да, какие там звуки были?
жуткие в том другом туннеле такого же типа. Да ладно. И тут что ли тупик? Засранцы, вы меня вынуждаете буквально. Эх. Но делать ничего не остается. Пошлите. Пушка наготове. Давайте перезарядим. Так, последний раз поджигаю. Перезаряжаю. Очень надеюсь, что мне это не пригодится. Так. Блин, не хочется фонариком светить. Ну ладно, что поделаешь. Черт, страшно-то как. Ух, короче, ладно, все, пошлите. Надо все осмотреть. Ёперный театр. Похожая кишка. Да, я в такую уже лазил. И смотрите, тот самый материал. Железобетон. Походу, они тут заливали этот проем, но... Кто-то смог тут выдолбить все-таки выход. Или они сами его сделали. Блин, как фонарик-то мерцает. Дичь. Так, ладно, куда мне идти? Смотрите, какой странный вид, да? Ух, как будто это такие глаза и рот. Жесть. Вам тоже так кажется? Если да, обязательно поставьте лайк в комментариях. Надеюсь, я успею его прочитать. Так. Туда идти? Или сюда? Вот в чем вопрос. Ой, страшно, знаете, без ружья идти. А давайте так. Вот сюда пойдем. Но я думаю, стоит фонарик. Фонарик. Положить к себе в карман или как-нибудь там под мышку его запихнуть. Потому что я из фонарика стрелять не умею, а вот из ружья спокойно. И вот так вот я себе фонарик положу куда-нибудь под мышку и буду потихонечку идти. И так мне будет видно, куда шмалять в случае чего, хотя я надеюсь, не придется. Так, какой-то странный туннель тут начинается. Да, ребята? Ух, ну ладно, все, кладу фонарик под мышку и с вами пойдем дальше. Ну вот, под мышку фонарик засунул и сразу же не так страшно. И вообще, что тут... Блин! Мама!